Великобритания сегодня осталась вообще без депутатов. Что же произошло в парламенте королевства, узнаем у Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Ровно в полночь Великобритания осталась без депутатов. Все 650 членов парламента лишились своих полномочий. У них есть несколько дней, чтобы собрать вещи и покинуть рабочие места. Ничего экстраординарного не произошло. Это техническая процедура. По британскому законодательству Палата общин распускается за 25 рабочих дней до выборов. И деятельность этого законодательного органа останавливается. Этот месяц страна будет жить без парламента. Правда, правительство остается на месте и продолжит работу до голосования 8 июня. О распуске депутатов премьер Великобритании сегодня официально уведомила Ее Величество. Это традиция. Королева Елизавета II приняла Терезу Мэй в Букингемском дворце. Считается, что именно с сегодняшнего дня стартует предвыборная кампания. Но лидеры партии времени не теряли и активно ездили с агитацией по стране еще со дня провозглашения досрочных выборов. Решение о внеочередном голосовании приняла Тереза Мэй. Обосновала это необходимостью собрать сильный парламент, с которым ей будет легко работать в переговорах по Брекситу. Кто бы ни выиграл 8 июня, первоочередной задачей будет добиться самой удачной сделки для Великобритании по Брекситу. И за последние несколько дней мы видели, какими сложными эти переговоры могут быть. Позиция Еврокомиссии стала жестче. Со стороны европейских политиков и чиновников звучат угрозы в адрес Великобритании. Премьер довольно самоуверенно. Согласно опросам, консерваторам прочит убедительное большинство в парламенте. Они собираются разгромить главных соперников партию лейбористов. Официально политические силы еще не оглашали свои предвыборные программы, но уже понятно, что ключевым вопросом этого голосования будет позиция партии по выходу из Евросоюза. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».